Отличается атмосфера от Сочи, Адлера. Блин, как по заказу для нас, интровертов, чтобы мы немножечко отдохнули. Сейчас на улице льёт дождик. Пока дождик пройдет, это освежает, но с другой стороны ничего такого мы не можем делать. А дальше мы у Анютки Камловой в гостях. Она нам обязательно еще в кадре попадется и обязательно нам что-нибудь расскажет такое местное, проместное, что здесь такого можно поглядеть именно глазами местного человека, который здесь вырос, который здесь знает буквально каждый камушек. Ребят, мы наконец-то выбрались из дома на второй день. Нас Аня привезла на речку, как ни странно, местную. То есть почему-то местные любят не купаться, хотя рядом есть море. Не знаю, может быть, мы в следующий раз возьмем купальники и тоже не искупаемся, потому что мне кажется, блин, сейчас мне странновато немного. Смотри, там такие эти, там такие камни. Слушай, аккуратнее только с камерой. Вот, странная лесенка. Дай бог мне не упасть. Ну, на самом деле, здесь и это место знают в основном только местные, потому что это место находится далеко от береговой линии. Ну, вот рядом с таким прекрасным местом, где вы можете также искупаться и отведать, мы будем надеяться, вкусную еду. И на самом деле не по таким дорогим ценам. Московский примерно. Принесли еду? Принесли еду, побежали быстрее, посмотрим на самом деле. Вот, вот это вот здание. А как адрес, помнишь? Счет там 35А. Улица Тормахова или Тормахова, 35А. Вот такое местечко. Я бы на самом деле в жизни бы не зашла, если бы меня сюда не привели. Ну, только я бы не подумала, что в этом месте может быть что-то стоящее. Я уже вас. Не надо пробовать такой же. Нас потеряло? Ну, вы все оставили, а все остывает. А оно же должно быть вкусным и горячим. У меня паста с белыми грибами, у тебя там что? Мепре и бифстроганов и щечки. Щечки, да, я же щечки. Шикарные с морепродуктами. Просто шикарные, вкусные, нереально вкусные. 400, не помню, с чем-то рублей. Щечки. Щечки, я вспоминаю, где не было лектора. Ну зачем ты это сейчас сказал? Но он съел щечки своей сестры. Хорошо. У меня грибы. У меня нет щечек. Спасибо, приятного аппетита, друзья. Товар дает пока, и возьму пока, и потому то, что народ дошел потом. Вкусно. Вкусно. И подача очень красивая. И лимонадик мы просили без сахара вообще. Ну как, без сахара? Очень сильно. Просто водичка с лимоном. Так что, друзья, если будете в Лазаревском, обязательно приезжайте на это место, покупайте свечки, а потом перекусите в этом прекрасном месте. Мы
приехали на центральную набережную, на которую приезжают в основном приезжие, купаются в основном приезжие. Местные здесь не купаются. В общем, посмотрим, какие здесь люди, что здесь происходит. Немножечко так буквально пробежимся, а уже позже поедем на ту набережную, где все-таки купаются местные. Анечка, ты сюда хочешь купаться? Нет, я не хожу сюда купаться. Сейчас просто не видно, какая загруженность набережной. Обычно здесь просто вот негде встать, даже негде пройти. То есть люди лежат друг другу прям плечами, вот так вот лежат люди. Реально? Ну прям вот незнакомые люди, в смысле, между ними не пройти. Нам сюда нельзя. Да, это пляж не для интровертов. Кажется, попробуем. А у кого наличка есть? Никого нет наличка. Ну, мы сейчас им спросим. На Сбер, я думаю, можно скинуть. Да, это же точно. Сбер. Ну, почти. А что надо для этого? Выбить. Надь, я хочу дельфинчика. Заберите квадрокоптер, дайте мне. Я буду на стульчике. Хотите сразу игрушка в подарок будет? Игра будет стоить 500. Нет, выиграли нет, не выиграли. Нет, это неинтересно. Не, нам сказали 250 так. Выиграть. 250 это попасть. Это надо выиграть. А за 500 выиграют все равно игрушки. А, нет, так не интересно. Нет, так неинтересно. Нам по-честному нужна игрушка. Вам нужно с подставки сесть, вам неудобно. Это детям. Ну я как почти. Подвиньте. Да я просто дотянусь. А сколько надо сбить? 20. А, все? Все это 100. А 20 это 20. Оп. Ноги, довольны. Попало, это все. За 250 засчитывается. За 200 надо 21. Всего один раз? Такие правила у всех тиран. Других надо обязательно сбить. У нас хотя бы попасть надо. У нас легче, чем у нас. Да, это считается. А вы не следите? Я слушаю. Я тут сердечко так стучит кого-то. Я не знаю, с чем мы выигрываем. Да, что же упало. Я сейчас чувствую себя, как в пенальти наши, как бы забивали. Все, не смешим стрелка. Да-да-да. На выдохе. Опять ты не будешь? Забыли? А почем? 200 рублей. А сколько выстрелов? 21. Ну, вообще, кто мог подумать? Надя! Ничего себе! Вот это ты сейчас удивила. Подай нам дельфинчику, пожалуйста. Да. Я всех помогу. Ничего себе! Ты мне выиграл дельфинчика! А, спасибо! Дайте. Брелок. Дельфинчик. Прикольно все. Ладно, пойдем. Спасибо.
Вообще, ребята, вот у этой грустной женщины, вот у этой женщины сегодня день рождения. Этой девочке, этой грустной девочке исполняется 33 годика. Вот, поэтому сегодня пришли, мы поспали подольше и думали сейчас вкусненько пойти позавтракать в одно местечко, куда нас Аня привела. Вот. Мы хотели завтрак, который у них здесь до 12, а мы, ну, на полчасика опоздали. И грубая девочка, надо сказать, официантка сказала, что девочки, я все понимаю, но как бы нельзя. Мы, если честно, хотели показать это место вам, но теперь не будем этого делать, потому что, если честно, они нам подпортили как-то утро. Вот. Но все равно, у этой девочки день рождения. У меня такое ощущение сложилось, что в Лазаревском, что в Сочи самые классные места, они как будто прячутся. То есть они их знают только местные. Мы бы сюда, я бы в жизни сюда не зашла, потому что здесь просто какая-то лестница наверх, ни вывески, ничего нет. Здесь только местные. На пляже вот таких вот прикольных аутентичных мест вы не найдете точно. Там один гоп-стоп. Там гоп-стоп. Поэтому реально находите местных. Страшно, страшно. И спрашивайте у них, куда действительно стоит пойти. Потому что вы в жизни не узнаете, что вот здесь, оказывается, на втором этаже такое прекрасное местечко. Ну да. Блин, вот мы его все равно его хвалим. Ань, что делать? Ну, общем, она действительно классная, но просто с персоналом будет беда. Да, называется она Ботаник Кафе. Вот, поэтому ради интерьера можете, в принципе... Я думаю, здесь на самом деле вкусно. Ну, по крайней мере, я вот ем, мне вкусно. Но вот именно официантка что-то настроение подпортила. Осадочек остался. Осадочек остался вообще. Надя, расскажите, какой осадочек у вас остался? Я есть хочу, вот такой у меня осадочек остался. Голодный осадочек. Когда тебе, даже еще не услышав вопрос, говорят, чё? А мне день рождения. Она говорит, ну, пожалуйста. Ну, чё? Может быть, мы не на ту смену попали. Ну ладно. Нам категорически не везет с погодой в Сочи, в Лазаревском. Практически все дни идут дожди. Местные, правда, в восторге, потому что у них было безумно засушливое лето. И они сейчас просто благодарят небо за эти дожди, а нам, отдыхающим, что-то как-то не очень. Мы сейчас приехали на пляж. Он находится рядом с пляжем Одиссея. Это, в принципе, ну, не в самом Лазаревском, а немножечко на выезде. Мы сюда приехали, потому что нам сказали, что здесь не так много народу по сравнению с пляжем в самом Лазаревском. В принципе, это правда. Здесь не так много людей. Да и, в принципе, из-за погоды сейчас людей практически нет. То есть, не знаю, видно ли, но пляж практически пустой. Вот, но где-то через полчаса уже испортилась погода и пошел дождь. И даже остатки этих людей убежали. Мы с ним в кафешке пьем кофе. Но мы успели немножко полетать с дроном. Тут занимаются ребята парусным спортом, ходят под парусом, и мы немножко с ними полетали над ними, поснимали. Вот. Ну, а сейчас зайти в такой кафешке, здесь маленький, уютный. Называется Акуна Матата Бар. Ну что, как водичка? Водичка холодная. Зато... Это редкий случай, когда на пляже нет вообще никого. Потому что прошел дождь, и все убежали. Остались только самые смелые. Это мы! Сейчас будем дроном запускать. Опять. И никого. Мне кажется, даже на Шри-Ланке такого не было, что вообще ни одного человека в воде. Вообще. Аньчкарь
решила отвезти на самый аутентичный пляж, который есть в Лазаревском. И вроде как там нет никого. Сейчас проверим. Насколько будет вот, поэтому обязательно дружите с местными, потому что только они вас могут проводить. Вот, блин, вот вы бы заехали сюда, и в жизни сюда не стала ехать. Тут палаточный лагерь? Да, тут палаточный городок. И здесь практически нет цивилизации, здесь нет магазинов, там, ну такого вот, все, что там, вот эти сувениры, там, вот это все тут нету, конечно. Слушай, а как сюда попасть, если вот я приехала, у меня нет знакомых местных, у меня нет машины здесь, я приехала своим ходом, как сюда вообще добираться? Ну, нужно узнать, как добраться до поселка Аше. Аше? Да, это следующий поселок. За Лазаревским? Да. Нужно узнать, как добраться до Аше и по... А на электричке сюда можно доехать? Ну да, можно, тут одна станция на электричке. Угу. Вот, и немножечко потом пройти. Блин, смотри. Мы еще успели на закат, самое красивое. Ну как никого, там даже на машине. Да, действительно, плохо. Сейчас мы выйдем и Аня красивое видео побегает, раз мы не бегаем. Пусть красиво Аня бегает в нашем видео. Слушайте, да, мы вам, наверное, я придумала. Мы ставим в это видео красивые кадры с нашей подругой. Да. Как она бегает, валяется на камушках и развивает красной тряпочкой. Вот. И вот обязательно это дело вставим, и я думаю, вас дополнительно вдохновим. Да? Да, обязательно. Да. Сейчас мы пойдем в какую-то кафешку местную, тачка на пляже. Не знаю, что нас ждет там. Там уже собачка, которая меня уже пугает. Поэтому я сейчас пролезу вот здесь. Они как все белые люди, поняли, да? Вот она, наша звезда, наша модель. Наша самая красивая в мире женщина. Мы сегодня очень классно отснялись, вообще шикарно. Все так быстро получилось и очень качественно. Скоро все увидите. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал «Девчонки классные». Они покажут еще очень много интересного, я уверена. Здесь на самом деле нету ни полотенец, ни шезлонгов, ни зонтиков. Здесь действительно дикий пляж, где из туристов только вот несколько дикарей, которые здесь живут в палатке. И, блин, я бы сюда приехала на пару дней, на самом деле, тоже с таким экспириенсом. Мне кажется, это очень классно. Нет, наверное, днем это выглядит чуть-чуть поживее. Все те, кто живут в палатках, наверняка вылазят сюда и плавают. Но, тем не менее, вот в данный момент очень мало людей. И это такой экспириенс совсем другой наверняка для вас будет. Ну, я думаю, что это больше всего для тех, у кого есть машина все-таки. Палаточка приехать, и потом уж дальше подправиться, может еще что-то. Но в целом, мне кажется, сегодня был просто потрясающий день. Вот, мы его весь провели на море, на разных пляжах. И желаю вам приехать в Сочи, увидеть все эти места. Мы собираемся поехать завтра на Дольмен, если будет хорошая погода, обязательно вам об этом расскажешь подробнее. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. Обязательно делитесь с нами, с друзьями, чтобы как можно больше людей узнало об этих местах. Вот. Ну а пока увидимся в следующем видео, ребят. Пока! Пока.